Ребята, всем привет! Надеюсь, вы успели соскучиться за нашим аквапарком. Тем более, у нас открыта новая локация «Затерянный город». И в этом городе нам с вами предстоит навести порядок. Вау, какая прикольная штука! Она затянула нашего Джинджера! А ну-ка, Джинджер, спасай своего товарища! Прикольненько у нас получилось! Круто, по-моему, это самый легкий уровень и самый простой бассейн, за очистку которого мы получили ключ. Ну а сейчас давайте крутанем колесо удачи, ведь мы от бесплатных призов никогда не отказываемся. Тем более от такого классного приза, как плюшка единорога. Ну а сейчас давайте не будем терять зря время и продолжим играть 272 уровень. О, да у нас целых 12 ходов и 2 бассейна. Суперское начало. Неплохо у нас получилось избавиться от джинджеров. Ну а следующие на выход у нас будут Хэнки. Буль и синих песиков в этом бассейне больше нет. Теперь осталось только разобраться с зелененькими томами, и наш бассейн будет пуст. Ой, по-моему, у нас получилась небольшая осечка, которую нам удалось быстренько исправить, и наш зеленый томик переместился во второй бассейн. Ух ты, какая получилась тусовка! И все так удачно складывается. Только вот, по-моему, у нас небольшая проблемка. У нас всего-навсего осталось 2 бесплатных хода, даже уже один. Но как же здорово, что у нас есть еще один бесплатный запасной ход, благодаря которому мы успешно завершили этот уровень. И это у нас уже второй ключик на счету. Еще один, и мы сможем что-нибудь улучшить. А здесь мне нравится. Посмотрите, как прикольно выстроились в рядочек Томы. Да и Анжелочки неплохо расположились. О, и кстати, у нас есть огненный перчик. Ух ты, какое у него чудотворное действие. Ну что, Бен, пора тебе переместиться в следующий бассейн. Прикольно, да эти два бассейна словно инь и янь. В общем, они будто бы однояйцевые близнецы. Суперски, наш Хэнк телепортировался по туннелю. Ну что, Рыжик, пришла твоя очередь попутешествовать по мультирадужному туннелю. Класс, класс, класс! Ребята, мы прошли этот уровень и заработали 3-й ключик. Ну и дела, опять бардак. Не волнуйся, мы можем здесь прибраться. А ну-ка, дружище Хэнк, доставай свой чудо-пылесос. Юху, да мы за считанные секунды навели там порядок. Ну а теперь давайте выберем нового посетителя. Да у меня просто глаза разбегаются, кого же выбрать? Мне пришлось купить ведро золотых монеток для того, чтобы пригласить прикольную кошечку по имени Китрок. А мы отправляемся на 274 уровень за новыми ключиками. Вот это да! На этом уровне оказывается всего-навсего один бассейн. И у нас просто идеальное начало! Так, ребята, у нас в запасе есть еще 4 хода. И так как в этом бассейне еще много посетителей, я решила сэкономить немножечко ходы. И в этом мне помогла сегодняшняя выигранная плюшка единорога. И у нас осталось еще 2 хода. Так, Джинджер, двигаемся медленно, но уверенно. Ура! И мы прошли этот уровень. И впереди нас ожидает 275 уровень. Ну а на каком уровне находитесь вы, как обычно, пишите в комментариях. О, да тут у нас небольшая головоломка. Супер! Мы смогли открыть заслонку, и у нас теперь свободны пленники. А вот Бен, по-моему, немножечко застрял.
Нужно его подтолкнуть. Здорово! Теперь у нас открытый доступ к Джинджеру. И последними, кто остался в этом бассейне, это старые песики Бены. Пробуем еще разочек, и наш дружище пес перемещается во второй бассейн на этом уровне. Ну а теперь внимание! Если у нас все получится, то мы удачно справились и избавились от Хэнков. Клево, и Джинджеров здесь больше нет. Но расслабляться нам нельзя, ведь у нас впереди еще один бассейн. И для того, чтобы нам его очистить от посетителей, у нас осталось 7 ходов. Один из Хэнков выбрался на сушу. Ну что, пора нам королям Джинджерам встретиться. Надеюсь, сейчас это у них получится. А вот теперь возьмемся за Анжелок. Только вот что-то наши розовые феи ну никак не хотят отсюда выбираться. Ладно, еще одна последняя попытка и будем приниматься за тяжелую артиллерию. Покупаем 3 ракеты. Придется нашим Анжелкам немножко полетать. Да и Хэнкам тоже. Ведь у нас остался один последний ход, а это дело рискованное. А вот ракеты нас еще ни разу не подводили. Отлично, и этот уровень мы успешно завершили. Интересно, что же на следующий раз нам получится улучшить? Так и не терпится побыстрее это сделать. Ух ты, ребята, у нас на этом уровне всего-навсего один бассейн. Клево, у нас получается идеальное прохождение. Если мы не ошибемся, то успешно завершим этот уровень уже через пару секунд. Супер, да это просто ничего не сказано, это просто супер-пупер. Как же быстро у нас получилось пройти этот уровень. Отлично, у нас есть 3 ключика. А это значит, что мы приступаем к ремонту. Давай посадим здесь дерево и сделаем на нем качели. Итак, мы можем посадить обычное зеленое дерево или может быть оранжевое. Класс! Мне понравилось это дерево с сиреневыми цветочками. У строителя Тома, как всегда, отличные идеи и очень-очень интересные. А мы на достигнутом оставаться не будем и продолжаем играть в 277 уровень. Вот сейчас самый классный момент. Это я говорю и про водную тусовку, которая сейчас происходит в нашем бассейне, а также о том, что у нас новая локация. И в самом начале ее прохождения много ключей для ремонта не требуется. Ну а в данном случае я решила воспользоваться плюшкой единорога. Этот усилитель не раз выручал. Ну вот, теперь все стало намного проще. Ну что, Томики, будем с вами прощаться. Ребята, а вы заметили, что нам сегодня просто везет? Ведь сегодня нам не пришлось покупать дополнительные ходы. И нам осталось получить еще 2 ключика, и мы снова что-нибудь отремонтируем. А еще я надеюсь, что в скором времени выйдет обновление и обязательно появится какая-нибудь новая локация. И кстати, я все так же буду ждать ваших предположений и догадок о том, что же новенького появится в этой игре. Ой, ну как же так, Джинджер, тебя угораздило. Ну что, оранжевый водолаз, сейчас придется тебе спасать твоего брата. Опля, не успели оглянуться, как наш рыжик переместился во второй бассейн. О, да нам пишут, что у нас получилось супер идеально. Ой, только мне не очень нравится, как расположились Джинджеры и Хэнки. Было бы здорово, если бы они поменялись местами. Чтобы Хэнки были ближе к синему туннелю, ну а Джинджер к желтому. Хотя, ребята, давайте мы не будем заморачиваться и воспользуемся плюшкой единорога. И я вам скажу, это было правильное решение. Теперь мы спокойно за один ход освободили этот бассейн.
И этот золотой ключик отправляется к нам на счет. Ну а мы поскорее отправляемся на следующий уровень для того, чтобы получить золотой ключик. Третий золотой ключ. Итак, ребята, нашу Анжелочку засосала вон та вот штука. О, а может кто-то знает, как она правильно называется? Или давайте мы все вместе придумаем ей название. Так что пишите свои варианты. Надо же, у нас загорелось красное предупреждение о том, что у нас осталось всего лишь уже 2 хода. Иногда ходы заканчиваются очень быстро, что порой иногда можно просто это не заметить. Ну а мы вовремя перестраховались и отправили синих Хэнка в полет. А вот с Бенами у нас все получилось просто и легко. Клево, ребята, я сейчас буду прыгать от радости, ведь у нас третий ключ. Ой-ой-ой-ой-ой, в лаве лучше не плавать, давай-ка заполним вулкан водой. И как обычно, шаман Джинджер об этом побеспокоится. А мы тем временем можем выбрать нового посетителя. Вау, какая принцесса Пегги! Обязательно давайте пригласим эту милую особу в наш аквапарк. Надеюсь, ей у нас понравится. Ну а вам, ребята, если понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки. Ну а на сегодня это все. Всем пока-пока!